واله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وجميع وراته. Благодарим Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, что вместе нас собрал в самом лучшем своих дней, в пятницу, в самом лучшем месте, в своем доме. Алхамдулилля, да великий милость Аллаха Субхану ва Тааля. Почему мы всегда это напоминаем, благодарим Аллаха Субхану ва Тааля? Потому что если, как говорят ученые, если человек благодарит за милость, которую Аллах Субхану ва Тааля ему дал, а более высшей милости, чем хидайя, чем прямого пути, не существует. Это не купить не за золото, не за серебро. Это прямой путь к довольству Аллаха Субхану ва Тааля, не только в рай. Это великая милость. Если человек благодарит Аллаха Субхану ва Тааля за эту милость и чувствует ее сердцем, то что сейчас сидишь в честь Альхамдулилля, мог бы оказаться в другом месте, мог бы быть заблудшим, мог бы поклоняться идолам или еще поклоняться какому-то там животному или еще чему-то. Но ты поклоняешься Аллаху Субхану ва Тааля, ты сидишь в доме Аллаха Субхану ва Тааля, ты милость, ты стащи'аль фил-кальб, чувствуешь это сердцем и благодаришь это за это Аллаху Субхану ва Тааля, юдим Аллах. Аллах Субхану ва Тааля сделает эту милость продолжительной, потому что никто не знает, на чем он покидает эту жизнь. Как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, юмси абд кафиран фаюмси абд муминан фаюмси кафиран. أو يمسي كافرا فيصبح مؤمنا فأو يمسي مؤمنا فيصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. То есть бывает, перед судным днем люди будут заблуждаться, будут брать себе ученых, заблуждать людей, будут сбиваться с прямого пути, будут вечером засыпать верующими, а просыпаться неверующими. Или наоборот, рассвет встречать верующим, а засыпать неверующим. И будет продавать свою религию, свою набожность, богобоязнь за мелочи этой жизни. И отсюда человек понимает, что аль-хидая би-иллях, то, что прямой путь в руках Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля кого пожелает наставить, поэтому больше всего просил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дуа: «Аллахумма я мукаллиб аль-кулуб, саббит калби аля диник». О Аллах, о переворачивающий сердца людей, укрепи мое сердце на твоей религии. Тогда Айша рада Аллаху анха спросила: «Ва тахша аля нафсика я расулла?» То есть ты боишься посланника Аллаха за себя, ты призываешь людей к Аллаху Субхану ва Тааля. Ты призываешь людей к поклонению Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Ты посланник Аллаха, ты боишься, что Аллах твое сердце не укрепит на его религии. То есть если твое сердце не укрепит, чье сердце укрепит? На что сказал Умайя ибн Айша: «Айша, фаинна кулуб аль-ибад байна усбуайни мин асабиир рахман юкаллимуха кайфа яша». Откуда тебе дано знать, Айша? Поистине сердца людей прижат к Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах в Коране: «Валлаху яхулу байна аль-мар'и ва кальби». Состояние между душой, между сердцем человека и человеком, вот он сердце вот нас, но это состояние принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля. И как пожелает он, переворачивает сердца людей. Поэтому, если мы будем благодарить Аллаху Субхану ва Тааля за милость, которую он нам даровал, эта милость будет продолжительной, и еще больше Аллах Субхану ва Тааля даст. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Как тубля зиля ляку». Если будете благодарны мне, еще больше дам. То есть Аллах Субхану даст возможность в следующую пятницу прийти, даст возможность на утреннюю молитву встать, даст возможность получить знания, которые нам необходимы в религии, в нашей религии. Поэтому мы должны благодарить Аллаха Субхану ва Тааля. Иногда мы забываем об этом, субханаллах. Забываем, и альхамдулиллях, мы мусульмане, но забываем, а если так посидеть наедине, подумать, какая великая милость то, что ты мусульманин, какая великая милость то, что ты единоборец, какая милость то, что ты поклоняешь Аллаху Субхану ва Тааля, какая великая милость то, что ты не любишь харам, то, что ты не любишь дурь, притеснение, ты не любишь многобожие. Альхамдулиллях, это великая милость Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах пожелал, и мы должны благодарить за это Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. «Валяй кафартум инна азаби ля шадид». Также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: если вы будете неблагодарны, то тогда увидите мое наказание. Увидите, как говорили Хасан аль-Басри: «Я, когда Аллах Субхану ва Тааля меня испытывает, я благодарю Аллаха Субхану ва Тааля, то, что самое великое, за что когда приходит испытание, это тяжело становится человеку, у кого-то близкий погиб, у кого-то проблемы в бизнесе и так далее. Но однако я благодарю Аллаха Субхану ва Тааля, то, что Аллах меня не испытал в моей религии. То, что Аллах Субхану ва Тааля не сделал так, то, что сегодня я проснулся, я оставил астагфирулла молитву. Аллах не сделал так, то, что я наступил весь Рамадан, все постятся, а я не пощусь. Альхамдулиллях». Вот за это нужно благодарить Аллаха Субхану ва Тааля. И так как сейчас начинается новый учебный год, 1 сентября наши дети пойдут в школу, в университет,
Хотелось бы поговорить об этом, иншаллах. То есть бывает такое, то, что наши дети на сегодняшний день, иншаллах, не разбираешься в телефоне, берете, как папа, вот так вот сюда надо зайти, вот это нужно сделать, так отправить. Четко знает там компьютер, четко знает телефон, как там скачивать, как звонить, как отправлять. Ну, основные вещи, которые мы должны своим детям дать, они не знают, как брать правильно там веник. Или если, например, сделал насильник на носки, потом снял носки, нужно ли ему заново быть сынок или нет. Или если сынок оказался где-то, не знает, где находится кыбля, как читать намаз, в какую сторону. Если он прочитал не в ту сторону, потом понял, что неправильно прочитал, нужно ли ему перечитывать или нет. Вот эти основные вещи, это называется минат-дарумият, из необходимых знаний для каждого верующего. Об этом, к сожалению, мало кто знает. Альхамдулилля. Поэтому мы должны самое главное давать знание своим детям, это религия Аллаха Субхану ва Тааля. Самое основное знание мы должны объяснять им, единобожие, должны объяснять им нашу религию, разъяснять своим детям. И сейчас вот начинается учебный год. Хотелось бы посмотреть, как вообще пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям обучал своих сподвижников, как он говорил о религии, с чего начинал, об этом на ва'азе рассказать, какой был та'амуль наби саллаллаху алейхи ва саллям асхаби, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям вел себя со своими сподвижниками, и на хутбе уже вкратце разъяснить основные столпы шахады, основные столпы слов единобожия «Ля иллях илляллах» Мухаммад Расулуллах. Когда Аллах Субхану ва Тааля, то есть сахаба раньше, Ма'уду Расул Саллаллаху Тааля Масхаби Бухараса Фикулюбим Тавхид Ва Иман Иллях Тааля. Первое, что, с чего начинал пророк Мухаммад Саллаллаху Алейхи Ва Саллям, это важно для каждого из нас. Почему? Потому что наша религия – это амана. Это доверил нам Аллах Субхану ва Тааля, нашу религию. И если взять пророков, которые были до посланника Саллаллаху Алейхи Ва Саллям, обязаны были призывать к Аллаху Субхану ва Тааля только пророки, только посланники. Однако из нас каждый должен призывать людей к благому, призывать людей к единобожию, призывать людей к поклонению одному Создателю, одному Аллаху Субхану ва Тааля. Как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, «Баллигу анни ва лау ая». Донесите обо мне хотя бы одно знамение, один аят. И сахабы, радиаллаху алейхим, они старались, дабы получить правильное знание, и после того, как получили, они практиковали в своей жизни и обучали это другим. Поэтому сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, «Хайруху ман та'аллама аль-Кур'ана ва 'аллама». Наилучший из вас тот, кто изучал Кур'ан, обучал его другим. Не зубрил Кур'ан, а обучал Кур'ан. Туда входит и чтение, и наизусть заучивание, и тафсир, и арабский язык, кавааиды таджвид, насх аль-мансух, то есть аяты асбаб аль-нузуль, причины неспослания. Все, что сказано вокруг Кур'ана, кто его обучался и обучал другим, это самый лучший из людей, сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям начинал свой призыв, как и каждый пророк, с «Ля иллях илляллах». С «Ля иллях илляллах». Многие знают «Ля иллях илляллах». Часто повторяют «Ля иллях илляллах». Но так как глубокий смысл, об этом мы расскажем вкратце, иншаллах, на хутбе. Но пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям побуждал своих сахабов, отправлял в Йемен Муаз бин Джабаль, радиаллаху анху, когда пошел в Йемен. Он подошел к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, прежде чем как он отправился в Йемен, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям показал ему свою любовь по отношению к нему. И сказал: «Валлахи инни ля ухиббука я Муаз, валлахи инни ля ухиббука я Муаз, валлахи инни ля ухиббука я Муаз». Три раза повторил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, взял его руку в свои руки. «Валлахи, я тебя люблю, Муаз! Валлахи, я тебя люблю, Муаз! Валлахи, я тебя люблю, Муаз!» То есть представляете сердце Муаза бин Джабаля? То есть как он, субхан, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Я тебя люблю», субханаллах. Когда ребенок подходит и говорит: «Папа, я тебя люблю», или когда сын говорит своей маме: «Я тебя люблю», или мама говорит своему ребенку, то есть как радость наполняется сердцем. А тут пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: «Я тебя люблю, Муаз!» И потом что сказал: «Я Муаз, ты отправляешься в местность Ахль-Китаб, там, где живут люди Писания». И он спросил: «Бимаза ад'укум я расулуллах?» Чему их призывать у посланника Аллаха? Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ад'укум иля ла иляха илляллах». Призываю их к «Ла иляха илляллах». В тот момент уже, когда Аллах субхана ва тааля приказал молиться, намаз уже был фард, пост был фардом, закят.
Но однако здесь вот этот манхадж ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям дауа, именно пример пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям показывает нам, что перед тем, как что-то разрушить, нужно что-то построить. Это одно из правил усуль фикх. Одно из правил. То есть человек живет, например, в однокомнатной квартире, там, в старой квартире, в хрущевке, и ты разрушаешь его дом. Он будет самым таким изъятым врагом. Но однако, если ты хороший дом вначале построишь, потом снесешь, то тогда, альхамдулиллах, вот это правило. Вот это тоже самое фидаа. Неправильно человек, который не знает ля иляха илляллах, и ты начинаешь ему объяснять религию. Что такое фарз, что такое харам, что такое. Нужно объяснить ему, построить его фундамент на ля иляха илляллах. Дуу ми ля иляха илляллах. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям призывает к ля иляха илляллах. Фа ин шахиду. После того, как они засвидетельствуют, фадуухум анналлаха фарада алейхим хамса салават фи йом. Объясни им, обучи их то, что Аллах субхана ва тааля приказал им пять раз в день молиться. Фа идза саллю, если уже начнут молиться, علمهم أن الله أمرهم بالزكاة يؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. Объясни им то, что обучи их, то, что Аллах Субхана ва Тааля приказал им выплачивать закат, который берется от богатых и возвращается. Не дается, а возвращается к бедным. Поэтому, когда у человека пришло хавль, пришло время выплачивать закат, и он здесь раздумывает, давать закат или не давать 2.5%, то он должен понимать, это не его имущество. Оно должно быть возвращено, не отдать, а вернуть. Это не его деньги, это не его мать. Вернуть бедным, вернуть тем, кто нуждается. И сахабы, радиаллаху алейхим, были, жили в местности вокруг пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, как обычные арабы. Аллах субхана ва тааля, как говорит про них: ولكن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. Если ты у них спросишь, кто сотворил небеса и землю, они говорили, сотворил Аллах Субхану ва Тааля. То есть у них не было проблем у сахабов, радиаллаху алейхим, с пониманием, кто сотворил небеса, кто сотворил землю. Они знали, что есть Создатель, есть Аллах Субхану ва Тааля. Так они жили. С другой стороны, они также понимали то, что аль-гайб, то, что будет, то, что невидимо, то, что завтра будет, знает только один Создатель, знает только Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. رب محمد صلى الله عليه وسلم جزء بريزيد جزء القرآن ما شاء الله بيسناه تشت الله سبحانه وتعالى تشت سكريبت الله سبحانه وتعالى عنده علم الغيب لا يعلمها إلا هو كرم الله أن يكون يزنعه ويعلم ما في البر والبحر الله سبحانه وتعالى زنعه تشت نزبلين جدت دليبوك لسوف وسطيني. Аллах Субхану знает то, что на дне океана, на дне моря, знает только Аллах Субхану ва Тааля. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Листочек, когда с дерева падает, об этом знает только Аллах Субхану ва Тааля. Каждый листочек, который падает, каждый капли дождя знает Аллах Субхану ва Тааля. С этой стороны пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям начал в их сердцах возрождать вот это вот понимание об Аллахе Субхану, то, что Аллах Субхану все знающий, Аллах Субхану все видит, Аллах Субхану творец, создатель. После этого пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям побуждал их бояться вот этого создателя, чтобы у человека был трепет перед этим великим Субхану ва Тааля, который знает все, что в небесах и на земле, который знает то, что на дне океана, который знает, когда капает, когда каждая капля дождя, который знает о каждом листочке дерева, Аллах через аят Коран. Поэтому самый лучший призыв – это через Коран. Аллах в Коране говорит: «Фи далика ля фикра лиман кана ля кальб». В Коране есть вспоминание для того, у кого есть сердце. У того, у кого есть сердце. «Фадаккир биль Коране ман йахаф ва'ид». Аллах Субхану ва Тааля говорит: напоминай через Коран тех людей, которые боятся встретиться с Аллахом Субхану ва Тааля. Через аят, где Всевышний Субхану ва Тааля сказал: ولو أن في الأرض من شجرة أقلامها والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى قال: يسبا في الأرض زملين все деревья, которые были со времен Адама алейхи ссалям, со времен того, как Аллах сотворил эту землю, до сотого дня, все деревья собрать и сделать из них карандаши.
То есть только на это направить все деревья этой дуньи. والبحر все моря, все океаны вместе собрать, и в помощь этим морям еще 7 морей добавить, 7 океанов добавить, и сделать из этого чернилы, не закончится знание Аллаха. Субханаллах, столько знаний, то есть Аллах, субханаллах, знания бесконечные, не закончится. Через этот призыв сахабы начали понимать, то есть какой великий Аллах, какой знающий субханаллах. Хотя наряду с этим, они знали, то, что есть Аллах субханаллах, но поклонялись еще каким-то другим идолам, как Аллат, Аль-Узза, когда у некоторых оставались вот это вот, вспоминали Айям Аль-Джахилия, через это начинал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, призыв. После этого они поняли то, что تحول النظرة الناقصة في نظر الله تعالى وعرفوا من هذه من هذا الإله العظيم. Они поняли то, что они думали об Аллахе Субхану ва Тааля неполноценно, так как присуще думать о нем Субхану ва Тааля, какие его великие знания. И поняли то, что их знания об Аллахе неполноценны. ويدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في كل صحابة. И пророк صلى الله عليه وسلم к этому пониманию в начале всех صحابة призывал. Призывал то, что Аллах Субхану ва Тааля, то, что Он Создатель, через это начинал. То, что Аллах Субхану ва Тааля, Его знания великие. И призывал всех сахабу, и Абу Бакр радиаллаху анху, и всех остальных. Второе понимание назарат аль-каун. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям побуждал сахабу, чтобы они посмотрели на Вселенную. Поэтому, как мы говорили раньше, когда человек смотрит на солнце, на луну, когда ночь меняется на день, день меняется на ночь, ветер, дожди, то есть это в сердце человека пробуждается думать об Аллахе Субхану ва Тааля, то, что Он великий Создатель. Какое великое творение, а какой великий Творец Создатель Субхану ва Тааля. У них было понимание, ма'рифа, но однако понимание было неполноценным об этом. Фаджан Наби саллаллаху алейхи ва саллям хилаля аль-манхадж, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пришел к ним и начал призывать через манхадж, через путь, через программу, через аяты, где Субхану ва Тааля сказал: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. То есть они поняли, что Аллах великий Создатель, то, что Он творец, то, что Его знание бесконечное. После этого Субхану ва Тааля говорит, и пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям читал эти аяты своим подвижникам: скажи, вы не верите в того, который сотворил землю в течение двух дней? الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. Вы поймете его с товарищей, предаете Аллаху Субхану за товарищей, как поклоняйтесь каким-то камням, каким-то идолам. Заляка Раббу Аль-Алами. Аллах Субхану ва Тааля Создатель, Творец всех миров. وَجَعْلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلسَّائِلِينَ. И Аллах Субхану ва Тааля на этой земле, которую сотворил за два дня, сотворил горы, и поверх этого выложил на этом земле благодать. И Аллах Субхану ва Тааля определил для всех пропитание. То, что Аллах Субхану дает риск из небес, земли, Аллах Субхану дает вам пропитание. وَبَارَكَ فِيهَا заложил благодать. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَ определил для всех пропитание في أربعة أيام, в течение четырех дней. سَوَاءَ لِلسَّائِلِينَ. Это все для просящего, говорит Субхану ва Тааля. То есть здесь четыре дня. До этого Аллах Субхану за два дня сотворил землю, потом за четыре дня сотворил небеса, сотворил горы, Аллах Субхану ва Тааля дал пропитание. Все это в жизни, как в Коране сказано в другом аяте, «Алляхи халака ас-самавати вал-ард фи ситати айям, сумма истава аля л-арш». Аллах Субхану ва Тааля сотворил небеса и землю за шесть дней, потом вознесся на трон. И здесь Субхану ва Тааля почему сказал за шесть дней? А в другом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Иля арада шайхан фаякуна лаху кун фаякун». Если Аллах что-то захочет, Он скажет: «Будь», и оно будет. Некоторые востоковеды нашли противоречие между словами, где Аллах Субхану ва Тааля сказал: если Он что-то захочет, Он скажет: будь, и оно будет. А в другом аяте Аллах Субхану ва Тааля сказал: Аллах сотворил небеса и землю за шесть дней. Почему Аллах не сотворил небеса и землю словом будь, кун? Муфассиры дают тафсир этому аяту. В этом создании, в творении Аллах Субхану ва Тааля хотел показать людям уверенность. То, что все постепенно. Чтобы человек брал пример. Аллах Субхану ва Тааля, если Он захотел, Он сотворил бы небеса и землю, дал Слово «Будь». Но Он дал 6 дней, чтобы люди знали, что в этой жизни есть умеренность.
все по порядку. Также человек, когда рождается, он вначале не может разговаривать, не может ходить, он вначале что, ползает, потом только начинает ходить, потом начинает какие-то первые слова говорить, потом поступает в школу, потом у него все, потом уже начинает работать. Все должно быть в этой жизни постепенно. Тем самым Аллах Субхана показал пример. В этот момент пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, дал сахабам новый взгляд на кто такой Аллах Субхана Та'аля, кто такой великий создатель Субхана Та'аля. После этого, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, бейяна лахум хакыкат аль-хая ли кулли сахаба, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил, для чего Аллах Субхана Та'аля сотворил нас, каждому сподвижнику, для чего Аллах Субхана Та'аля сотворил нас, я Субхану Та'аля сказал, Аллах халактул джинна ва инса илля лиа'будун, я сотворил джиннов и людей для того, чтобы они мне поклонялись. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям читал вот следующий аят, где Субхану Та'аля сказал: وَضَرِبْنَا مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Сегодня, наверное, читали эту суру, сурату Кахф. Эти аяты сурату Кахф. В этих аятах Аллах Субхану объясняет хакыкат аль-хая, суть нашей жизни. Суть этой дунья. Аллах Субхану Та'аля говорит: وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Я Мухаммад, расскажи им суть этой жизни. Что такое хаят аль-дунья? Что это такая вот это временная обитель? Что это такое вот дунья? Подобно этой дунья, кама анзалнаху мина ас-сама. Подобно дождю воды, которую Аллах Субхану мне спасла с небес. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. И эта вода просачивается в почву и питает эту землю и прорастает растения. То есть это дунья, наше с вами пребывание, подобно дождю, который Аллах Субхану посылает, потом растет из этой земли почва. Какие-то плоды, там, фрукты, овощи. فَاصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. После этого он превращается, когда, опять же, что-то фрукт становится спелым, человек берет, потом наступает запрос, и что? Получается, уничтожаются эти плоды. Ветер еще подует, и все это уничтожается, забирает с собой ветер. وَكَنَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. И Аллах Субхану ва Тааля всемогущий. То есть через это аят Аллах Субхану ва Тааля показывает, что эта жизнь, братья, она временная. То есть бывает у человека, когда растет силы там, в таком возрасте, когда ему там 25 лет, 30 лет, у него сильно, до этого он был слабым, немощным, потом становится стариком, если доживает до этого возраста, и все, и уже потом могила и вечность Аллаха Субхана. Подобно вот такой дунья Аллах Субхана говорит в Коране. Подобно обильному дождю прорастает почва, плоды, потом это все уничтожается, и Аллах Субхана всемогущий. Аль-малю валь-балюна зинату аль-хаяати ад-дунья. Потом Аллах Субхана Та'аля говорит: имущество, дети, это красота, это жизнь. وَالْبَقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ. Но то, что с вами будет навечно, имеется в виду благие деяния, ваши единобожия, ваша богобоязненность, ваши намаз, который вы читаете, вечно с тобой уйдет в судный день. Хорошая тербия, хорошее воспитание детей, то, что ты заложил в эту жизнь, все благое, это лучше, как Субхана Та'аля. خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Это лучше перед твоим Господом по воздаянию в судный день. Это лучше то, с чем можно связать свои надежды. Потому что надежда на спасение от наказания ада и попасть в рай, в джанна. После этого человек понимает, понял, сахаба, понял, то, что какой великий Аллах Субхана, понял, какой он создатель, понял, что такое дунья, наше пребывание в этой жизни. Вот это после этого пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям начал объяснять своим сподвижникам, потому что шайтан адуу линсана, потому что шайтан он враг, иблис он враг. И Аллах Субхану ва Тааля повелевает нам отдаляться от иблиса. Инна шайтана ма'ани мубин, поэтому шайтан ваш явный враг, ва Субхану ва Тааля. И привел историю из Адама алейхи салям, где Аллах Субхану ва Тааля приводит и говорит: Раббана галамна анфусана ва иллам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин. Когда Адам алейхиссалям со своей супругой были в раю, и когда они сорвали запретный плод, иблис им сделал вас-вас, то что после этого они попросили Аллаха Субхану ва Тааля тауба и покаяние, и сказали: «О Аллах Субхану ва Тааля, мы сами себя притеснили своими же руками, если ты нас не простишь и не смилуешься над нами, то мы будем из тех, кто потерпел убыток мин аль-хасирин».
В этом понимании у сахабов нарисовалась картинка, то есть какой был пророк, как Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям поэтапно призывал к ним, то есть в первую очередь, чтобы они своими сердцами возвеличили Аллаха. То, что они были единобожниками, то, что они поняли, какой великий создатель Субхана ва Тааля. После этого они увидели, что такое дунья, что наше пребывание, потому что человек часто забывается в этой жизни и думает, что он здесь навечно. Он через этот призыв пояснил. После этого поняли, что шайтана абу, а шайтана алю, фанджану хумакани альфима та'аля бин каун, бин хайя, бин инсан, бин лахи та'аля. В этом момент у сахабы уже новая картинка, мировоззрение новое. Что такое Вселенная? Что такое жизнь? Кто такой человек? Как, что такое Аллах Субхану ва Та'аля? По-другому начали смотреть на величие Аллаха Субхану ва Та'аля. Фама фима та'аля бин махлукат аллати мин хаулаха. После этого пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям также прочитал аяты о тех творениях, которые вокруг человека, где Субхана ва Тааля говорит: «Вама мин даббатин фил ард, вала таирин йатиру би джанахайхи, илля умамун амсалукум, ма фарратна фил китаби мин шей». Кто что ползает на земле, или птица, которая летает в небесах, «Илля умамун амсалукум», это существа такие же подобные вам. Аллах Субхана ва Тааля говорит. Точно так же я их сотворил. Это тоже существа. Здесь в этот момент человек понимает, когда видит махлюк, когда видит какое-то создание Аллаха Субхана ва Тааля, животное или птицу, и видит то, что Аллах Субхана ва Тааля даровал человеку разум, но однако это тоже создание, и не создание, и отсюда начинает возвеличивать создателя Аллаха Субхана ва Тааля. В этот момент сахабы начали смотреть на «Иля хадил каун, ли хадил махлюкат, халак Аллаха Тааля». وهذه الأمم تسبع على السماء وتسبع على الأرض من فيهن الله سبحانه وتعالى كتب القرآن تشتئي تجرب что вокруг вас животные, птицы, насекомые, создания, они тоже восхваляют الله سبحانه وتعالى. الله в Коране говорит: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. Любое создание Аллаха восхваляет الله سبحانه وتعالى. Животные, птицы, растения, насекомые, Аллах Субхану говорит, они тоже молятся, они тоже восхваляют, но вы не понимаете их восхваления, не можете услышать, не можете понять. فنقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المنظومة كاملة العقلية والأخلاقية. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пояснил им, то есть как бы пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям был путеводителем в этой жизни, пояснил им и дал понимание, полное понимание, кто такой Аллах Субхану ва Тааля, что такое жизнь, как нужно жить, как нужно посмотреть на эту дунью. И поэтому Аллах Субхана послал аят в Коран, где сказал: «Кад афляха аль-муминун, аллазина хум фи салатихим хашиун, валлазина хум ан ал-лагви муридун, валлазина хум лиз-закати фаилун». Преуспели верующие, которые набожны в своих молитвах, которые отдаляются от ненужных посиделок, разговоров, и те, которые выплачивают закат. То есть здесь Аллах Субхана как бы похвалил верующих, которые таковы, набожны в своих молитвах, которые уплачивают закят, те верующие, которые не свое время не тратят на ненужные разговоры. Табарак аллази джаала фи ссамаи буруджан ва джаала фиха сиражан ва камаран мунира. Потом Аллах Субхана аят за аятом начал посылать, чтобы иман сахабов был еще более крепче, где Субхана ва Тааля сказал: «Возвеличивается Аллах Субхана ва Тааля, великий Субхана ва Тааля создатель, который сделал небеса, который сделал фи ссамаи буруджан». Сделал небеса бурудж, это как башни, то есть подобные небесам, подобные звездам. То есть человек смотрит высоко в эти небеса. Какое великое творение, какой великий создатель Субхана ва Тааля. وَجَعْلَ فِيهَا رَبَّ سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. И в небесах Аллах Субхана ва Тааля сделал созвездие, светило, Аллах Субхана сотворил луну, сотворил солнце. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ كَلَمَ عَنِ الْأَخْلَاقِ. После этого пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когда воспитал своих сахабов и единобожников, после этого он уже перешел на другое, начал говорить про ахляк, про нравственные качества верующего человека, про нравственность.